Олексій, тримай, друже, тримай, тихо, тримай. Вона потрібна? Давай, 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 тримай, тримай. Готовились снідати на роботу. Ну, бабахнуло. І все. І винесло. А я сел на место і почав обуватися. Нагнувся, і воно мені над головою прилетіли окна. Я был в комнате, там бабушка сидела в коридоре. Пока это собирались, второй взрыв, вот это все повылетало, короче, все посносило, меня там дверью привалило. Да вот, ищу кошку, ушел. Кошку ищу, какие-то, может, еще документы захватить, свои лекарства захватить. Вот так вот. Не надо.